Албания, самая узкая часть моря, отделяющая Албанию. У нас заканчивается Албания. В следующих книгах он с таким юмором и теплотой описал свои детские годы, прожившие здесь на острове. Во-первых, он в этих книгах описал природу, флору и фауну, быт местных жителей острова Керкеры. И вот поэтому, если даже кто-то никогда не был, то уже может влюбиться в остров Керкеры, прочитав книги Джеральда Дарреля. У него были также другие книги, такая как, например, это «Птицы, звери и родственники» и книга «Сад богов». В них он описывал детские годы, вот здесь я описывал Керкеру. Также остров Керкера был упомянут не только в книгах Джеральда Дарреля, но и в нескольких других художественных произведениях. Так, например, события мистического романа Александра Амфитеатрова «Жар, цвет» происходят здесь, на острове Керкера. Действие романа английской писательницы Мэри Стюарт «Это странное волшебство» также проходит здесь, на острове Керкера. В романе Валентина Пикуля «Честь имею» упоминаются события Первой мировой войны, где сербская армия скрывается здесь, на Керкере, от австро-венгерских и болгарских захватчиков. Музыкальное и театральное наследство. До начала 18 века музыкальная жизнь происходила на городских и деревенских площадях с представлением традиционной музыкальной комедии. Здесь музыкальные традиции Керкера, они потрясающие, во-первых, еще из тех времен, и также сейчас люди участвуют в пении кантат. Кантаты – это такие импровизированные хоровые песни в 2-3 голоса, обычно аккомпанированные гитарой. Вот так вот ходят люди по улицам, по деревушкам и поют вот эти вот кантаты. Здесь, на острове Керкера, существует 19 филармонических обществ, то есть духовых оркестров. Здесь, когда проходят какие-то церковные праздники или национальные праздники, все вот эти вот 19 духовых оркестров, они выходят на улицы старого города, на улицы площади Спианада. У каждого своя форма, чтобы их можно различить, каждый играет свою музыку, и вот это такое красивое шествие. Также во время венецианского правления киркерейцы полюбили итальянскую море, да, и на дальнем плане мы видим корабль. Вот именно так Елизавета представляла себе Богородицу, когда в одном из путешествий она путешествовала на корабле. Ее корабль еще немножко сделал корабль пришелец. В тот момент, когда ее корабль мотала по этой волнам, она молилась, говорит Богородицу, чтобы она ее спасла. И вот когда оно все хорошо пошло, скажу, что пришло на время, она сразу же сказала, дворец Сиси. Находилось казино, да, потом все закрыли. Сейчас в данный момент здесь проходят разные лекции, детям проводят. Приводят туда, праздник проводят, разные мероприятия. Эй, стоп, я там говорю, выйдем рыбу. Да, Вань, там они есть рыбы. И здесь даже видите опять крыши. Чтобы все было, и голова, и Thank you.
Здесь было казино.